Всем привет, дорогие друзья, мы с вами на производстве сейчас находимся. Создаем и шьем шедевры. Всем привет-привет. Сейчас будет небольшой обзор, что же такое новое, красивое у нас будет. Во-первых, новые брючные костюмы в белом цвете, также в голубом цвете, также новые платья. Костюмы коралл с бермудами совсем скоро будут сданы. Новые платья из коллекции винтаж также уже готовы к выпуску. Вот целый рейл уже готов. Кстати, эти платья также будет очень круто для девушек в интересном положении. Здесь сочетание, обратите внимание, очень-очень крутой такой шелк с лоском. Смотрите, пожалуйста, какое сочетание. Этот мелкий горох, французское кружево, нежный такой шелк цвета нюд. Вот это платье уже будет сдано на конце этой недели. Спасибо огромное, спасибо, друзья. Вот мы хотели в хаки цвете запустить, хаки цвет мы решили не трогать. У нас больше винтаж коллекция в бежевом цвете. Вот это платье мне очень безумно нравится. Я себе его тоже взяла, признаюсь честно. Оно такое платье-халатик. Сейчас пойду покажу вам поближе. Свадебную коллекцию, конечно же, мы будем показывать не на производстве, а уже на съемке. Хорошо, потому что свадебная коллекция – это вообще отдельный вид искусства. И это отдельная такая категория, которую нужно снимать полностью в проекте съемки. Так, значит, платье-халат. Очень красивый вот этот оттенок, голубой оттенок с неоном, с кораллом. Вот это платье мы будем сдавать уже буквально на этой недельке. И такой же вариант есть в линии мидия в бежевом цвете. Бежевый цвет также уже готов к выпуску. Сейчас его только что примерила, очень круто сидит. Причем, знаете, его можно с кроссами. С кроссами, с лодочками, например, с сандалиями на лето в том числе. И модель очень удачная. Платье состоит с белым подкладом, с таким очень приятным шелковым. Идет с защипами. Здесь идут защипы. В общем, вы его совсем скоро увидите в новой коллекции. Мы его буквально через несколько дней сдаем. Также в бежевом цвете будет длина миди сдаваться. Значит, вот, получается, длина миди уже у нас подготовлена к сдаче. Коллекция винтаж уже готова к сдаче. Вот она, коллекция винтаж. Видите, все уже укомплектовывается, затем распределяется по складам, едет по городам. Джинсовые сарафаны, кстати, совсем чуть-чуть еще вот джинсовых сарафанов. Еще небольшая партия будет джинсовых сарафанов. Это новые голубые костюмы. Также у нас будет совсем скоро вот белоснежная коллекция новых брючных костюмов. Это делового характера костюм, белоснежный с брючками. Такой приталенный, очень женственный такой, это прям уже белый смокинг. Из премиальной костюмной ткани. В тон идет полностью подклад с вискозой. Качество великолепное, конечно. Совсем скоро вы его увидите. Так, дальше поехали. Наше собственное производство, естественно, девочки. Какие вопросы могут быть? Вот как вы думаете, где мы сейчас находимся? Я снимаю каждый четверг. Это наше собственное производство. Причем у нас оно не одно. Как вы знаете, у нас несколько цехов. Вот такой вот костюм еще у нас будет. Это совсем скоро будет. Будут ли у вас красные платья на запах, как в прошлом летом? Безумно хочу его. Тогда не успела купить. Будут, но уже другие. Здравствуйте, вы из Калининграда? В Калининграде нас пока нет. Вот хочу показать вам новый. Будет у нас вариант джинсового сарафана. Сейчас мы его шьем. Вот, получается, цвет Тиффани. Нравится вам такой цвет бирюзовый? Очень красивый.
Также еще он будет в голубом цвете. Это новые джинсовые сарафаны уже на лето. Они будут с замками. Вы их увидите. Очень красивые. Получается, видите, у нас полностью партия шьет один сарафан. То есть один сарафан сшивает 7 человек. То есть мы шьем партиями. Так как у нас очень высокотехнологичное производство, и все абсолютно у каждого процесса свой этап, скажем так. И здесь вот конкретно костюмами мы занимаемся. Сейчас мы, получается, дублируем рукава. Будут, конечно. Здравствуйте, никак не могу купить белую хлопковую рубашку. Они будут? Есть, они в наличии. Костюмы тройки с жилетом. Не знаю, не могу вам подсказать. Мы их все продали. Вообще все. Это белые костюмы. Вот сшиваем. Новые белые костюмы. Здравствуйте, планируется открыться в Махачкале? Планируем, конечно же. Вообще мы планируем, честно могу вам сказать, что мы откроемся со временем вообще во всех самых крупных городах России, и не только России, но и в Дубае, в Америке, так, в Париже, конечно же, но сначала мы пройдемся, получается, также мы будем еще открываться, я думаю, в Украине обязательно, это Киев, это Одесса. Значит, девчонки, а скажите, пожалуйста, из какого вы находитесь города сейчас? В каком вы находитесь городе? В каком городе вы бы хотели, чтобы мы открылись? Вот у нас, кстати, будет безумно красивое новое платье. Вот из такого шифона. Не могу вам все такое подсказать, когда конкретно оно будет и что именно это за платье. Но честно могу сказать, что оно будет великолепное. Такой шифон-гжель. Посмотрите. Хотелось бы, чтобы у вас были модели размера 46-48, чтобы было наглядно видно, как наряды сидят не только на тонких идеальных девушках. Танечка, ну, вы знаете, может быть, вам тогда к нам приехать на прямой эфир, потому что мы, ну, мы на самом деле слышим, да, обратную связь, конечно же, нам давайте, мы прислушиваемся, и на летнюю коллекцию у нас, конечно, будет больше моделей 46 и 48. Так, Нижний Новгород, Владикавказ, Уфа, Ростов, Воронеж, Мурманск, Нижний Новгород. А мы открываемся в Хабаровске уже в эту субботу. Астана, Барнаул, Комсомольск-на-Амуре, Италия, Ижевск. С чего начать свой бизнес и трудно ли открыть магазин? Это такой вопрос, знаете, не на 5 минут, скажем так. Начать свой бизнес нужно, во-первых, с желания что-то показать этому миру вообще. Что ты хочешь показать этому миру? Просто открыть бизнес ради денег, навряд ли такая история получится. Нужно просто четко понимать, у нее должна сначала быть идея. От чего идет это намерение, да? Либо ты проявляешь, таким образом раскрываешь свои какие-то идеи, свое творчество, раскрываешь свое видение этого мира, да? Как ты хочешь, что ты хочешь дать этому миру. Нужно задать себе сначала этот вопрос. Но затем, я про бизнес-план не говорю, потому что я не строю бизнес-планов. Я считаю, что эта история абсолютно не имеет особых каких-то, как сказать даже, ну, я не считаю нужным строить бизнес-планы, скажем так. Да, согласна, влезаю во столько в Эль, но зато выгляжу в ваших платьях сногсшибательно, если влезаю. Благодарю вас. В Хабаровске мы открываемся. Честно, адрес, девчонки, не знаю, потому что у нас, это получается, представительство по франшизе будет. Адрес еще пока не знаю, скоро улетаем. Добрый день, топик белый, как на вас, будет ли в продаже? А он у нас есть в продаже, это топ, получается, идет с кружевной спинкой. Спасибо большое. В Хабаровский магазин будет в субботу. В эту мы вылетаем на открытие. Размерную линейку мы увеличим обязательно. Спасибо. Я сегодня первый раз в этом костюме. Мне он очень понравился. Не думала, что мне так зайдет. И вот сейчас на май месяц, даже, например, на прохладные летние вечера с кроссами тоже очень крутой костюм. Хотя я, честно, беру себе все самое... Ну, то есть не сразу, не с первых партий беру. Не всегда у меня это получается. Костюм, ну вот он есть в наличии. Я вчера себе забрала из последней партии, они есть в наличии. В Туле будем, не знаю, в Туле не уверена.
Да, очень бы хотелось на аппетитные формы нарядов таких, хотя бы немного. 48-50 бывают красивые пышные формы, пропорциональные, женственные. Они тоже хотят красиво наряжаться. Хорошо, Катюш, я прислушаюсь. Я слышу вас, поэтому благодарю за обратную связь. Так, дальше. Размер на мне М. Я ношу 44 размер. Во Владивостоке, мы будем во Владивостоке, более того, возможно, в этом году уже. У нас сейчас идут переговоры с будущим представителем. С белыми футболками Светочка они будут, причем у нас будет несколько вариантов белых футболок. Такие костюмы, ну, девчонки, я вчера взяла себе этот костюм, они, наверное, наверняка должны быть еще в бутиках. Молодцы, рада, что у вас есть такие талантливые люди. Спасибо большое. Спасибо, Юля, спасибо, Сургут, Благовещенск. Будем Благовещенски. Так, Алена, костюм с шортами к 1 июня будут? Будут. Мы их уже сдали, по-моему, даже, если не ошибаюсь. Вечерние платья будут в ближайшее время. Девчонки, более того, я планирую выложить буквально скоро, во-первых, съемку новую. Это раз. Во-вторых, у нас еще две съемки вот с по-моему, в понедельник, а во вторник будет в Москве, плюс в Новосибирске еще будем снимать. Вечерняя коллекция, конечно же, будет, поэтому не переживайте, это всегда топчики будут. В Тольятти, ну, маловат город, конечно, Иваново тоже маловат город. Нижний Новгород будем. Подскажите, пожалуйста, стоимость платья синего с оранжевым. Сейчас пойду покажу его еще раз. А еще мне очень понравилось вот это платье, прям расскажу вам секретик, но мы почему-то его еще думаем запускать или не запускать. Очень крутое платье с открытой спинкой, это уже на лето. Вот такая великолепная ткань. Я прям уговариваю девчонок его запустить, но они говорят, что мы уже не успеем, потому что больше несколько сотен моделей. Но мне кажется, это такое просто во французском стиле. Будем в Благовещенске, в Волгограде будем, в Мурманске будем. Красные платья, да, есть. По франшизе сейчас, девчонки, у нас получается на этот год все. По франшизе мы никого не берем. На следующий год мы готовы общаться, потому что мы, как только расширим производство, будем уже дальше еще и еще расширяться. Ну, крутое, скажите, ну, просто нереальное. И такой ткани нигде не найдете. Это же вот, мы же, получается, разработка авторских принтов, мы же сами заказываем ткань, мы сами оговариваем вообще, в принципе, состав, оговариваем именно принт, да, то есть это очень долгий процесс согласования, но вот такое микроплиссе с какой-то такой изюминкой, да, то есть получается оно идет, смотрите, да, какая красивая ткань, вот это безумно крутое платье, оно должно быть в коллекции. Мы сами шьем, ну, естественно, мы еще и придумываем сами. Расскажу вам секрет. Если бы, понимаете, фишка в чем? Фишка, вот все говорят, феномен малины. В чем феномен малины? Да потому что мы сами все делаем. Вот в чем феномен малины. Я сама лично подсоединяюсь. Девчонки, да, то есть сами прекрасно видите, на примерках мы сами участвуем, сами в разработке эскизов участвуем и вообще контролируем производство. Я на производстве бываю, ну, 2-3 раза в неделю. Это обязательное условие. То есть у нас также очень крутые конструктора, у нас очень крутой директор по производству Наталья, вот, наш директор по производству. Она всегда очень серьезная, очень строгая ко всем. И вот благодаря Наталье у нас отшиваются вот такие шедевры под четким контролем качества. Потому что Наталья, ну, в общем-то, у Натальи даже на производстве брака нет практически. То есть все настолько откорректировано, потому что Наталья работала раньше в очень крупной компании. Ну, не буду называть имен. Но, собственно, это наша находка. То, что она сейчас у нас, в нашей компании уже несколько лет трудится, это действительно большой для нас плюс. Вот такое платье будет совсем скоро. Сейчас я побегу уже на другое производство. У нас через дорогу еще одно производство, но там оно чуть меньше. Вот из такой красивой джинсы будут нереальные новые сарафаны. Открою вам секрет. Это вот пояс, да, то есть все. Коралловые, получается, коралловые костюмы с бермудами также будут в наличии.
Но единственное, цвет будет такой чуть уже оранжевый. Крутой цвет. Новый, даже еще круче. Вот такая ткань тоже безумно крутая. Это новая коллекция. Тоже вас ожидает совсем скоро. Не могу вам его показать, потому что интрига будет раскрыта. Это уже летняя коллекция. В Самаре мы обязательно будем. С Самарой у нас, по-моему, даже идут переговоры. Это кроп-топы к костюмам будут. Вот, собственно, вот такая вот у нас история. Ну все, ребят, побежала дальше работать. Джинсы новые, девчонки, будут буквально в конце мая. Задержались джинсы, просим прощения за это, но это не от нас это зависело. Платья миди тоже будут, естественно, плиссировка будет, сарафан будет. В Самаре будем. Заказать можно, если в продаже уже закончилось. Уже, наверное, нет, потому что мы отшиваем все под ноль практически и стараемся, чтобы у нас ткань не оставалась, всю в ноль ее угонять. Если новый повтор будет, если мы будем заказывать ткани еще, да, новая партия будет отшиваться, то, конечно, можно заказать. Спасибо огромное. Посредников нет, следовательно, цена у нас цена адекватная. Я всегда говорила, вот, ребят, костюм из твида, да, то есть вот он получается полностью весь прошитый, то есть вот он костюм тройка, шьется в формате пальто, и все знают, кто занимается пошивом, все знают, что это производство сложного класса, это премиальное уже производство, и цена костюма тройки, если бы, например, мы бы, например, шили через посредников, то цена была бы в два раза больше, а костюм тройка, получается, это топ, это юбка и это жакет типа тренч, все вместе выходит там 14500, да, грубо говоря, но причем вы прекрасно сами видите, какое это качество. Вот просто посмотрите, какое это качество. Вот. Вот. Кто знает, тот знает. Платье в районе 6000-6-7 тысяч рублей. Со сложными деталями, с великолепной посадкой по фигуре. Ну, извините, это, я считаю, причем дизайнерского, да, вида. Не какой-то там масс-маркет. Так, все, девчоночки, я побежала. Все, всем пока.